Димон. Дим. Ребята, на сумасшедец. Ты здесь был? Там упало что-то. Глава 4. Полтергейст. Так, ребята, это третий этаж. Тихо, Настя. Здесь кто-то есть? Это одно из самых страшных, что я видел вообще за свою жизнь. Опять мы зашли, а этот тренажер крутится. Что там, Димон? Побелка отвалилась, походу. Это солевая комната.
Солевая комната. Ух ты. Реально. Это соль. Ребят, вот это все соль. И на стенах тоже соль. Офигеть. Она еще нагревалась, наверное, все тут. Офигеть. Вот это да. Здесь кто-нибудь есть? Камера не передаст, конечно, так. Здесь все-таки. Это было очень громко, ребята. Там машина проезжает. Вот нас, если тут кто-то есть, нас точно услышали. В сердце колколится, чтобы человек ушел. Дай посмотрю. Здесь прям ну да. Все аккуратненько сложено. Балкончик.
что, может, отдохнем, поспим? Нет, просто дверь сама закрывается. 307-я комната. Что? Тут вообще даже страшно представить. В принципе, если до него дошли, конечно, я думаю, это была первая цель. Вот тоже кровати стоят. Ребята. Мы уже спокойно с фонариком выходим. Как сказать? Вот тут высоко. Там кастрюля или что это стоит? Шлюпки валяются какие-то. Он тут может сидеть? Нет никого? Ну, зайдите, посмотрите. Обогреватель стоит. Двухспальная кровать. Или это две кровати пододвинуты. Водичка открытая. Интересно. Ощущение, что здесь совсем не было. Димон? Дим? Ребята, на сумасшедец. Ты здесь был? Ты тут был? Мы сейчас выходим, а тут это... Ты тут был? По-моему, нет. Это что? Вот. На брелок смотри. На брелок, на дверь. Вот, вот. На дверь. Предлагаю тишину записать. Запись идет. Все, ребят, оставляем на 5 минут. Thank you.
Там упало что-то. Помните, мы снимали. Ребят, здесь лампа валяется. Она стояла 100%. Потому что когда я проверял камеру, я посмотрел, лампа, выход, камера пишет. Камера пишет, друзья. Она 100% что-то засняла. Как вам такое? Я в шоке просто. Тут реально, блин, дом с привидениями. Походу. Лапочка разбилась. Тут реально что-то есть. У меня такое предположение, что это место забросили именно из-за какой-то мистики. Активности? Но тут по-любому что-то есть. Сколько сегодня произошло уже? Пойдемте, ребят. Мы еще хотели на 8-й этаж зайти. Фух, блин, капец. Ладно, мы на камере посмотрим это все. Вы уже увидели эту жесть. Никого. В том-то и дело. Камера сама сейчас выключилась. Нет, там 79%. Так, ребят. Короче. Это очень... Вы просто не представляете, как это все давит на мозги. Пепси недопита. Стремно, капец. Димон, ты сейчас меня испугал. На этой труповозке, блин. Смотрите, ребят, какие тут ванны, душевые. Здесь даже есть... что это? Что это вообще? А, это, наверное, нагреватель воды. Это... Да? Биде. 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 Кто-то снял рукомойник и поставил бережно в сторонку. Ну, пока показываю людям, какие здесь ванные комнаты. Вот эта картина. Телек большой. Вот эта картина, конечно, да. А что в холодильнике? Есть что-нибудь? Димон, посмотри, что в холодильнике. Ух ты! Какого года? Плесень, конечно. Запечатанный мазик. А колбаса, интересно, какого? Конечно, что интересно, это сразу. 22-й год. 22-й. Это все 22-й. Здесь кто-то реально ошивается. Закрою холодильник, это пропадет. Да. Thank you.
Глава пятая. Нам надо выбраться. Все, ребята, мы поднялись на самый верх. Ты как обычно, ну, ты, блин, да я видел ее, блин. Не видел. Я вообще без фонаря иду. Можем по этому этажу пройтись и валить. Ну да, как будто ремонт был. Да, тут собирались реконструировать, наверное. Может, реконструкцию хотели делать? Очень похоже то, что тут делали ремонт. Наверное, верхний этаж собирались. А может быть, наоборот, это все уже освобождается. Стоп. Здесь даже попрохладнее, кстати. Ого. Это ж это? Защитный глаз какая-то. Противорадиационная. Мне вообще здесь не нравится, потому что все здесь. Да, пойдем. Друзья, мы не будем обещать, что мы сюда вернемся, потому что это место действительно очень... Очень жуткое, сюда очень сложно залезть, и неизвестно, что завтра тут будет. Может быть, тут забор поставят, и все. Поэтому мы сейчас быстренько отсюда уходим. Здесь 100% что-то происходит. Здесь 100% есть полтергейст, как показала практика. Но, ребят, времени сейчас... 3 часа ночи, мы пока вылезем отсюда, уже будет 4, и нам нужно до утра отсюда уйти, потому что, ну, мало ли что, да, чтобы нас тут никто не поймал из охраны или кто следит вообще за этим местом, поэтому мы сейчас будем собираться уходить. Доска. В штопе написать? Нет. Чем? У меня мел есть. О, гляньте, магнитофон. Да. Кассеты. Что тут? Любе. Союз, Любе. Вот это группа Любе, это реклама. Копейки там лежат. Прикол. Гляньте, тут кто-то курил целое ведро. Смотрите, сервиз. Ну что, я думаю, надо валить.
выходить. Потому что, ребята, Дима сейчас услышал, как будто что-то двигали. И непонятно, откуда звук. Я вообще услышал голоса. Короче, это или психосоматика сейчас играет. Друзья, мы наконец-таки выбрались из этого страшного места. Дима кушает. Пробыли мы там где-то часа 4. Вот. В общем, нам все понравилось. Мы бы сюда, конечно, вернулись бы, ребят, но это опасно. Мы чудом никого не встретили. Там на каком-то этаже вообще мы поняли, что там... По всем признакам там либо кто-то жил, живет... Либо и, будет жить. В общем, да, что-то происходит там, какая-то жизнедеятельность там есть. Вот. Также мы слышали голоса несколько раз, какие-то движения. Возможно, мы в этом здании были не одни. Паранормальное, да, было. И прям до мозга костей просто пробрало до мурашек. Спасибо вам всем, что были с нами. Мы на этом не прощаемся. Ждите новые видосы. Всем пока и до новых встреч.